Первым представляю бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Бойцу 42 года. Его рост 167 сантиметров, а вес 77,45 килограмма. Его профессиональный рекорд 27 побед при 5 поражениях. Ladies and gentlemen, he is 42 years old. He stands 167 centimeters tall, weighing at 77.45 kilograms. His professional record, 27 victories and 5 defeats. Representing Belém, Pará, Brazil, here is Michel Trator Prazeres. Его соперник в красном углу. His opponent fighting out of the red corner. Ему 34 года, рост 172 сантиметра, вес 77,55 килограмма. Профессиональный рекорд 39 побед при 24 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 34 years old, standing 172 centimeters tall, weighing at 77.55 kilograms. His professional record, 39 victories and 24 losses. Из Донецка, Россия, приветствуйте, Ренат Чингисхан Латифов! Рефери Дмитрий Валуевич. Итак, полусредняя весовая категория. Ренат Латифов против Мишела Прозереса. Статистика на ваших экранах. 42 года уже Прозересу, 34 Ренату. Хотя кажется, что Латифов дерется целую вечность. Итак, смотрим. Оба сильны в борьбе. И антропометрические такие, крепкие, сбитые парни. Ну, Прозерес в этом плане чем-то напоминает Пальяреса, который тоже выступал в Лиге ИСЕИ. Чуть-чуть подергай, да-да-да. Вот. Да, кстати, Русимар Пальярес сегодня будет фигурировать в трансляции, о нем чуть попозже обязательно расскажу. Атака по второму этажу. Вот. Подергай. Нет, правой ногой, правой ногой я имею в виду. Осторожно, начал. Он все время заряжается на правую ногу. Не свет, не свет. Просто стоят друг напротив друга, вот так раскачивая, раздергивая, напрягая. Это немножко недостаточно. Характер этого поединка наталкивает на мысль о том, что все должно закончиться после одного попадания. Ну, или да. Одного перевода. Или вот это напряжение спадет и будет дальше развитие действия после какой-то такой разрядки, да, эмоциональной. На самом деле, нахождение в такой позиции тоже вынимает много сил. Нет, не решился здесь Ренат на удар с вращением. На удар с вращением обещал решиться Артем Домковский в главном поединке. Ну, там много чего обещали, они друг другу с Павлом. Будем посмотреть, большим удовольствием. Боковой, там нога поехала, Летимова. Хороший калфкик, плотный. Жестко, сразу оставляя такой красный след на этом месте. Еще туда выцеливает Прозерес. Аналогичным образом пытается отвечать и Ренат, и хорошая, плотная атака от бразильского бойца. Пока он бьет поплотнее, финт бедро, вновь калфкик, и правый прямой, плотно в голову. Достал, точно, абсолютно, подзакачался там Латифов, но не критически, а вот это еще раз, и тут даже. Тяжело, тяжело приходится сейчас Ренату, необходимо собраться, выиграть время и дистанцию, конечно же. Уж больно спокойно подходит на ближнюю среднюю. Да, слушай, сплетение. Опять двойка. Обоюдный джеб. Очень жестко, плотно его вставляют по ближней ноге. Опять Латифов получает. И его положение достаточно непростое в последнее время. Вот еще один джеб. Вот Прозереса. Взял небольшую паузу. Ой-ой-ой. Здесь он защищается. Прозерес его все устраивает в стойке. В данном случае за всю карьеру только один раз выиграл нокаут. А Мишель немножечко подтаскивает уже ногу Латифов левую. Это видно, что опираться на нее не так уже легко. Вот так вот постарался Ренат зайти в борьбу. И опять неудачный заход на гильотину. Держит.
Держит Бразерес. Вкладывается в этот прием. Вроде бы хороший контроль. Смотрит за приемом. Валуевич изнутри практически здесь. Рядом находится. И отсюда не видно, насколько глубоко прошла рука под подбородком. Но если бьет Лятифов, значит все в порядке. И, соответственно, здесь немного затекает. Бразерес. Вот так вот скрестил боги. С кистью работай его. И плечо оборачивай. Минута 15. В первом раунде. В целом раунд, конечно, бразилец проводит... Неплохой. Его опускать, все, чтобы греха таить. Своей правой рукой ножку нет, его отжимать. Ну, там есть место, и видно, что неплотный захват. Минута последняя. Пока все в порядке с Ринатом. Работает по корпусу справа. Летифов. Бразерес просто держит соперника. И, видимо, лицо, попадание не доставляет ему никаких проблем. Ну да, качает он головой. Намекая на это, что все нормально, все в порядке. И опять же, номинальная угроза гильотины вроде как есть. Локоть за локоть возьми. Дмитрий Валуевич не вмешивается. Освободил голову Лятифа. Гард. Руку на лицо. Необходимо освободить теперь руки правую руку. Руки должны быть у тебя изнутри. Ринат, руки должны быть изнутри. Ну вы слышите, как ему подсказывают из угла, руки должны быть изнутри. Одной контролировать, другой, соответственно, наносить тяжелые удары. Но времени уже не очень много в этом раунде. Отжимай, рука на лицо и удар, Ринат, локтем. И бойцы отправляются на перерыв. Ну что ж, возобновляется поединок. Все посторонние должны его покинуть очень быстро. Да, вот только сейчас, когда клетка закрыта, тогда можно продолжать. Поехали. На скачке атака для Тивова. И там было столкновение головами. Чуть-чуть потерялся Бразерес. Самое главное, что Ринат Летифов в этой ситуации сумел выиграть позицию, выиграть эти первые секунды. Кричали ему из угла раскрепостись. Видно, что, скажем так, нервничает очень. И не свободно действует в этой клетке. Хотя, на самом деле, исходя из опыта, очень многое может. Вновь дистанция. Опять же, не забываем, что Бразерес 42. Может быть, он и устанет довольно быстро. Вторая попытка зайти в борьбу для Тихова. Еще одна гильотина на сей раз уже со стойки. В данном случае это может играть все на руку Ринату. Попытки гильотины, затем освободиться. Но нет, здесь такая история не получится. Через левый боковой чаще на скачке пытается зайти Ринат. Да, действительно замедлился. Бразерес. Ну, ему говорят, двигайся, двигайся, дыши. Достаточно такие простые подсказки. Джебы, джебы начали проходить у Рената. Сковато стал держать руки бразилец. Того и можно и воспользоваться. Да, по логике может Ринат вот с этой дистанции набирать очки, но нацелен все-таки на борьбу. Очень низко ныряет. Есть там кровотечение. Застыли спортсмены. Сейчас будет предупреждение, видимо, от Дмитрия Валуевича. Вполне логично, потому что ничего не происходит.
Еще один удар по бедро. Такая базовая работа. Пытается амплитудно поработать в данном случае Ренат Латифов. Удерживается стойки. Летивов и переводит все-таки. С огромным трудом добился этого тейкдауна Ренат Латифов. Вопрос в том, как сможет законтролировать и получится ли наносить урон в этом положении. Что важно, пока придерживает губ. Середина встречи уже позади. Ответил, что первый раунд, скорее всего, Ренат проиграл. А вот здесь полет Тармай. Да, может быть, это не очень зрелищно, но это принципиально важно для Латифова. Удары по корпусу. Локоть подключает. Ну и, возможно, мы наблюдаем как раз перелом в этом поединке. Хорошо. Вновь плотно удалось попасть Ренату Латифову. Жестко всаживает эти локти туда, в селезенку. Который раз. Пересчитал там все ребра с левой стороны. Точно, абсолютно. Я думаю, уже не один раз причем. И в не самом удачном положении все-таки находится Прозерос, потому что свободно работает. Сейчас половина секунданты как раз находятся сразу за сеткой. Секунданты Прозереса. Минуту 20. Опять же, с одной стороны старший Прозерос, с другой стороны Ренат выступал 2,5 года. Аккуратный удар, здесь очень важно не бить по затылку, прячет голову как раз Прозерос. Капкан. Да, локоть на шею. На голову. Еще минута. На самом деле, может быть, и не будет рисковать. Это Латифов стремится переходить в более выгодную позицию. Все атаковать можно и отсюда. 30 секунд. Включает руку, видимо. Вот она, цена растяжки, опять же. И еще один локоть. И попытки ударить локтем. Последние секунды. Мне кажется, с этим раундом все понятно. Очень важно навязать такую же борьбу Ренату в третьем отрезке. И вспомним, сколько времени потратил Ренат на этот перевод. Дай секунду, Мишел. Контролируем. Да, почувствовал свою игру, скажем так, Ренат. Не сразу, я думаю, что здесь понял, как нужно действовать. А вот то, о чем ты предрекал как раз, Леш, про состояние, да, функциональное. Прозероса тут, вот, мне кажется, все не так. Когда качаешь, двигаешься, ты видишь, он не может понять, что хорошо, это хорошо. Слушай, подсказки. Внимательно слушай подсказки. Сейчас хорошо. Только посмотри. Посмотри на них. Ты меняют. Раз. Сами как или тем еще. Сол крузер. Ты хорошо сина плохо. Хорошо сина. Леванта, леванта, леванта. Let's go. Это ты проби. Ора. Итак, все посторонние лица покидают клетку. Двигаемся далее. Третий отрезок, который внесет окончательную ясность, я так понимаю, в этот поединок. Потенциально по раундам как раз-таки может быть 1-1. Еще подчеркиваю, может. Сразу побежал в борьбу Ренат Латифов. Можно организовывать и второй темп. Естественно, на первых секундах может очень жестко ответить Прозерос. Колено просит от Рената. Джеб. Еще один. Пока нырок не получается. Никак не может получить момент. Ренат Латифов и заход в корпус. Но правая рука заправлена, соответственно, под захват. Левую не вижу. Левая, судя по всему, тоже. Хотя пытается пробороть Латифов. Да-да-да, на колени уже опустился Латифов. Широкая защита. Ведь получилось во втором отрезке, может быть, получится и сейчас.
И на себя. Чуть-чуть. Да. Есть еще один тейкдаун у Рената Леонтьева. Возможно, ключевой момент в третьем раунде. По контролю. Цифры очевидны. Ренат, разверни его головой к стене. Ну и традиционная работа, да, вот так. Трамбовать. Корпус голова. Ой-ой-ой, а вот этого нельзя делать. И нельзя сейчас бить головой. Да. Подняты бойцы. Будет пауза. Здесь самое важное в бок. Ну, во-первых, скорее всего, балл не будут снимать. А во-вторых, встреча продолжится в стойке. А это однозначный плюс для Прозереса. Все в порядке. Сейчас посмотрим мы повтор. Проблемы с правым глазом. Прозереса. До 5 минут может длиться эта пауза. Ну и говорит, что нет, что я не могу смотреть своим правым глазом. Но это третий раунд, и здесь уже может быть техническое решение. Красивый план. Показывает подняться Лулевич. Теперь в стойке уже посмотреть, видит ли. Ну и продолжает не видеть, я так понимаю, Мишель Прозерос. Сейчас что будет сигнализировать доктор, плюс совещание возле судейского столика. Ренат Леонтьев хотел как раз попросить прощения за тот эпизод. Так, давайте смотреть. Вот здесь. Ну, движение головой. Скользь, да. Здесь. Такое совершенно незначительное. Я бы... Это замедленно еще. Повтор не будем забывать. Отдельное спасибо нашей съемочной бригаде. И, конечно же, отдельное спасибо режиссерам видеоповторов. Ну, нарушение 100%. Вопрос, а такое ли оно тяжелое, что не может продолжать встречу? Нет. Прозерос. Прозерос говорит, что он не может продолжать встречу. Вот в чем дело. Мы сейчас рядом как раз находимся с Валуевичем и рядом с Мишелем. И вот сейчас, да, он как раз доносит до атлетической комиссии, что нет, возможно, продолжать. Таким образом, мы имеем следующую ситуацию. У нас начался третий раунд, в котором был проведен тейкдаун от Рената Леонтьева. Первый раунд был за Прозеросом, практически однозначно. Второй был за Леонтьева, практически однозначно. И решение будет вынесено, как я понимаю, технически. И что, продолжит? Да, нет, нет, бой продолжится, все. Да, отметаем все предыдущие оценки. Опять столкновение головами, кстати, было очень опасное. И отдохнули парни. И вот сейчас порубятся, чувствуется. Ой-ой-ой, колено. Выбрасывал, да, Прозерос, не получилось. Ждем тейкдаун. Ждем тейкдаун от Рената, и он получается. Молодец Прозерос. Посмотрите, как разобрался в ситуации. Нашел себе силы. Отдает шею. Сейчас как раз момент, при котором, наверное, не стоит забрасывать ноги и пытаться проводить гильотину. Грузит и на себя так отходит, пусть даже и сетка сзади, но максимально тянет, насколько возможно, Ренат, но не смог. Контроль стойки. Не будем забывать, что этот момент тоже может учитываться. Заводит ногу и переводит уже Прозерос. 2-1 по тейкдауну в этом раунде. Защищался Леонтьев. На выходе колено не полетело. Левый боковой через блок. Человек застаивается. Джебы. Летят от Рената. Боковой. Застаивается, потому что сам хочет ответить и ответить плотно. Пусть и единожды. Еще один джеб. Сила в его руках позволяет один раз очень плотно попасть. Мы это изначально, в принципе, подмечали. Да, вот даже по касательной все равно тяжело.
А какое тяжелое было начало у этого поединка. Хоть было досрочно, не проиграл Ренат Лезимов. Да, поиграл Луки. 2 минуты еще, времени много. Джеб. Работает первым номером, и у кого инициатива тоже чевал. Борьба стоит. Коленом не достает Лячихов. Ну, вернее, попадать попадает, но, наверное, не так, как ему хотелось бы, с точки зрения плотности. На грани фола, но все-таки легитим. Еще колено и еще разок. Рисковато оно было, кстати, но практически собственную руку он попал. Зацеп не состоялся со стороны Бразероса. Это второй раз таким образом перевести. Эту ситуацию Лезимов уже прочитал. Минута. Колени летят. Как подмимо, очень опасно было, близко. Опять на джеб. Нарывается Бразерос. Неплохой тайминг. Да, хорошее движение Латифова, не давая возможности попасть по себе. Плюс вот так рапирическим движением постоянно накидывает. Удар 39 на 25 в пользу Рената. Джеба опять же сделал свое дело. Хороший капкейк был. И очень тяжело. Закислился, забился как только можно, Мишель Бразерос. Ну вот после той паузы еще на минуту, даже, наверное, на полторы хватило бразильца. Двойка от Рената Лятивова. Да, нужна такая хорошая прямая двойка. Навстречу попытка побороться состоится Ли. И вот здесь протащил просто на себе фактически Ренат соперника. Последнее мгновение. Но скорее нет, чем да. Все-таки здесь так уперся и вместе возле сетки этот поединок заканчивает. Очень тяжелый бой для обоих. Важна оценка третьего раунда, она ключевая. Спросили там у Рената, почему не переводил в третьем раунде. Ну, не все получилось. Надо признать, так все просто. Загорский поднимается в клетку. Дебютный бой для Рената Ваисии. Итак, по завершении трехраундного боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Все 5 судей одинаково оценили этот поединок 29-28. All 5 judges are in agreement, scoring the same 29-28. Таким образом, единогласным решением победу одержал all in favor of your winner by unanimous decision Ренат Чингисхан Латифов! Ренат Латифов выиграет в этом поединке 2-1 по раунду. Второй, третий он забрал. Поздравляем!